Вот еще один режим. Венера. 25 марта 2020 год, Харьков. Ну, а тут даже, по-моему, фазу уже чуть-чуточку можно рассмотреть, что она не полностью круглая, а скошенная. Неплохо. Ну ладно, будем дома разбираться с этой всей красотой. Да, ветер поднимается, зараза. Со всеми этими режимами, настройками. В общем, честно скажу, понимал, что при 125-кратном увеличении это мизерная микроскопическая матрица. Nikon Coolpix P900 у меня было, представление себе имел, насколько чувствительный к освещенности фотоаппарат. Но пока я приятно удивлен. 5000 меня радует. Лады.